Этот небольшой рынок в центре города пользуется особенной любовью горожан. Сюда съезжаются десятки фермеров из ближайших районов и не только. И выбор большой, и цены приемлемые. Бобручане скупают все на раз-два. Мне, пожалуйста, килограмм картошечки. Весомый показатель популярности торговой площадки – люди. Даже в будни их потоку нет начала и конца. Покупатель идет за качественным товаром, приятными ценами, доброжелательностью продавцов. На рынке не только овощи, фрукты, но также дары леса, мед, натуральное молоко, творог, сметана. Я продаю продукцию, которая выращена нами самим. У нас специфика – мы занимаемся картофелем, свеклой, морковкой, луком, такое дополнительно кукуруза, кабачок. У каждого здесь продавца, кто постоянно, у них есть свои покупатели, к ним приходят. Сезон закаток. Для баночной продукции есть все. Картофель, чеснок, морковь можно найти от рубля. Свеклу, кукурузу, капусту, помидоры по рубль 50, перец по 4. На этом рынке вот свою продукцию продаем. Все, что выросло в огороде, что в лесу находим, грибы, ягоды. Вот. Все это здесь на рынке подконтрольно, проверяется на радиацию, на нитраты. В основном яблоки, груши, ну и вот ягоду сезонно, чеснок на посадку берут. В ходу и ягода 330 грамм, малины 5 рублей. Лесная брусника обойдется в 7 рублей за литровую баночку. Голубика 4,50 за стаканчик, кило 14 рублей. Нашлось одно место на рынке с клубникой. Тепличная ягода стоит без малого десятку. На рынке все покупаю. Самый лучший рынок в Бобруйске. Это вот это. Абрикосы вот сейчас, арбузы, дыни. Очень вкусные сейчас, вот в этом, вот в это время. Я люблю ходить на рынки, больше у бабушек, у дедушек покупать продукцию, потому что они все-таки выращивают продукцию без химии. И вот натуральную малинку я люблю, капусту, брокколи, груши. Вот все, что вот продают, выращивают люди сами. Я только за натуральную продукцию. Я хожу на рынки, покупаю натуральную сметану, натуральное молоко. Помидоры, чеснок. Траву для закрывания, для консервации, груши. Хватает места и для заморских лакомств. Персики по 10,50 за килограмм, арбузы рубль 70, дыни 4,50. Уже завтра на рынке займут свои локации свежие натуральные товары. А благодарные покупатели вновь и вновь заглянут за частичкой здоровья. Елизавета Житкова, Максим Калинин, Бобруйск 360.